Предлагаю вашему вниманию информацию об американской компании Access Marketing, которая на протяжении нескольких лет успешно развивается на просторах интернета. На сегодняшний день главная цель компании – стать провайдером номер один в предоставлении различных рекламных услуг. До сих пор реклама в интернете контролировалась крупными компаниями, поисковиками, но сегодня компания Access сделала доступными эти услуги для малого и среднего бизнеса, предоставив им самые современные инструменты для рекламы. Всем нам хорошо известны крупные поисковые системы, которые существуют в интернете уже много лет. 2 года назад компания Access Marketing запустила свою собственную поисковую систему Access, которая на сегодняшний день бьет все рекорды по скорости набора популярности среди пользователей интернета. Главные офисы этих и других известных компаний располагаются в Силиконовой долине. Это район в Южной Калифорнии, в котором сосредоточены крупные компьютерные компании и фирмы, связанные с информационными технологиями. Теперь в этом месте располагается и офис компании Access Marketing, достойно расположившись рядом со зданиями компаний Facebook, Apple, IBM и Google. Поисковая система Access уже сегодня имеет огромное количество поисков и уникальных посетителей. Ежемесячный просмотр страниц уже превышает 52 миллиона, что является очень ценным для рекламодателей по всему миру. Также компания Access предлагает собственный конструктор сайтов с более чем 800 шаблонов. Вы можете в нашей компании разместить вашу рекламу на ротаторе, который поднимет ваш сайт на первой странице любого поисковика за короткий срок. К вашим услугам также неограниченный хостинг, услуги для контекстной рекламы и баннеры. Воспользуйтесь нашими мобильными услугами. С помощью понятных инструкций вы легко и быстро построите любой сайт и сможете рекламировать его на любых мобильных устройствах. Вас также может заинтересовать и собственный электронный банк и Wallet, стоимость денежных переводов которого ниже любых крупных банков и компаний. Рекламная индустрия в интернете уже достигла 1,5 триллиона долларов и продолжает развиваться далее. Она превышает индустрию машиностроения, авиалинии и даже нефтяной промышленности, и поэтому создает невероятные возможности для создания своего собственного бизнеса. Именно это предлагает вам, обычным пользователям интернета, компания Access Marketing. Воспользуйтесь предложением от компании Access и станьте консультантом интернет-маркетинга, получив у нас бесплатное образование на русском языке. С компанией Access Marketing у вас будет свой собственный бизнес мирового масштаба. Получайте доход от продаж, зарабатывайте комиссионные и бонусы. У вас появятся возможности долгосрочного остаточного дохода. Остаточный доход можно сравнить с конвейером, который работает даже без нашего непосредственного участия. Это денежные потоки, которые продолжают поступать к вам в течение долгого промежутка времени за работу, которую вы когда-то сделали. Меняясь сами, мы можем менять мир. Немного истории компании Access. Основана в 2006 году. В 2008 году было открыто отделение прямых продаж и рекламных услуг в интернете. В этом же году создание конструктора сайтов VWebs. И также в 2008 году появилась рекламная платформа AdView. В 2011 году произошло событие мирового масштаба – запуск поисковой системы Access. 2013 год – запуск нескольких рекламных услуг, включая мобильные. Основатель компании Стив Реннер изначально назвал компанию Intermark Corporation. И в 2012 году последовало официальное изменение названия компании на Access Corporation. С 2010 года возглавляет команду руководителей компании президент Бабкин Целлар. Он является коренным жителем штата Миннесота и выпускником престижного университета Святого Томаса. Также Баб возглавляет совет директоров корпорации Access. Финансовый директор компании Эйми Эй, выпускница университета Миннесоты со степенью бакалавра наук в области экономики. Опыт работы Эйми с открытыми акционерными компаниями является бесценным для будущих планов компании Access в выпуске акций. Джеймс Вонг, технический директор, ветеран Силиконовой долины и топ-инженер с опытом более 15 лет в разработке программного обеспечения, дизайна, операций и менеджмента. Рожден в Малайзии,
Джеймс выпустился со степенью магистра компьютерных наук из Университета Мичигана. Джеймс лидирует в команде разработчиков в офисах Силиконовой долины, что позволит нашей компании двигаться вперед с использованием новейших технологий для наших продуктов и услуг. Питер Волк, корпоративный консул, является одним из самых успешных корпоративных юристов в Миннеаполисе. Питер успешно ведет свою практику на протяжении 33 лет. Питер – один из самых уважаемых и запрашиваемых адвокатов с лицензией вести дела в штатных и федеральных залах суда и также в Верховном суде США. Питер возглавляет юридическую команду «Эксис», включающую в себя высших специалистов по ценным бумагам. Дислокация о доходе. «Эксис Маркетинг» не гарантирует вам заработок, не предоставляет и не подразумевает гарантии дохода. Ваш доход зависит от ваших собственных усилий, продаж и усилий продаж вашей команды. В компании «Эксис» существует лидирующий план выплат. 70% от общего ежедневного товарооборота компании делится на 35% комиссионные и 35% разделение прибыли на платформе AdView. Компания «Эксис» платит каждый день. План разделения прибыли позволяет зарабатывать, просматривая и оценивая рекламу на системе AdView. Просмотр всего 24 сайтов позволит вам получать долю общих ежедневных продаж компании и снизить затраты на рекламу ваших бизнесов на нашей платформе. План разделения капитала позволяет разделить долю ежегодной прибыли от товарооборота компании, и создан он для того, чтобы дать возможность вам в будущем приобрести акции «Эксис» по льготной цене. План разделения капитала подразумевает в будущем иметь долю владения «Эксис» квалифицированным консультантом. Нет необходимости дополнительных вложений со стороны консультантов. Доля прибыли зависит от персонального уровня личных продаж. У каждого из вас есть реальная возможность зарабатывать с нашей компанией от 50 до 1000 и более долларов в день. Не упустите эту возможность. Помните, есть только две вещи, которые вы можете инвестировать. Это время и деньги.